надрезаем остродеренный пекинный полистирол для того, чтобы до половины. Надрезаем трудной для того, чтобы он загнулся у нас на радиусную часть. Это надрезы с внутренней стороны. Значит, поверхность у нас фундамент откопали. Гидроизоляция, скажем, это похоже на праймер. Просто праймер. До половины у нас можно сказать, поэтому нам приходится половину наносить клея СТ-83 кредит, вторую половину, скажем, СТ-84 клей пена. Значит, отверстие мы просверлили до намазки в стене, приставили лист и просверлили отверстие под биски дюбеля. Как они будут забиваться, сейчас покажем. Наносим клей пену. Вставляем зубы. Повторить отверстия были просверлены заранее, до того, как намазать лист. Забиваем дуги. Центр заберегаем. Проверка качества. Значит, оклеиваем столбы. Клеим кубики так.